Привет, друзья! Самая важная бытовая техника в доме со временем меняется и улучшается. Например, подключение к интернету и возможность синхронизации с другими бытовыми приборами создают все более комфортные условия для повседневного использования. Таким образом, холодильник становится центральным элементом современных домов, делая кухню опорой и сердцем дома. Сегодня в этом видео мы рассмотрим лучшие современные модели смарт-холодильников для вашего дома. Вместительный трехкамерный холодильник от Xiaomi не только будет эффектным украшением вашей кухни, но и станет настоящим подарком для любой хозяйки. Холодильная камера имеет объем 289 литров, а морозильная – 173 литра. Стеклянные полки без труда вынимаются и легко моются. На дверце имеются 4 вместительные полки для хранения яиц и соусов. Морозильная камера расположена снизу. Благодаря дезинфицирующему фильтру и постоянной циркуляции воздуха продукты сохраняют свою свежесть, не обветриваются и не имеют посторонних запахов. В холодильнике для каждого типа продуктов есть специальные отсеки, для которых можно настраивать оптимальную температуру хранения. Уровень шума составляет 38 дБ. Если вы уезжаете на длительное время, можно использовать функцию «Отпуск» для экономии электроэнергии. Управление настройками холодильника осуществляется с помощью сенсорного экрана размером в 21 дюйм, который расположен на дверце, или приложения на вашем смартфоне. С помощью сенсорного дисплея вы можете управлять настройками холодильника, искать кулинарные рецепты, просматривать видеофайлы или следить за происходящим на кухне с помощью веб-камеры. Трехкамерный холодильник LG благодаря технологии No Frost избавит вас от необходимости размораживания устройства. Холодильная камера имеет объем 315 литров, а морозильная – 143 литра. Выдвижные контейнеры и ящики способствуют оптимальному расположению продуктов и контейнеров в холодильнике, экономя пространства. А 6 отсеков в морозильной камере позволяют эргономично разместить продукты. Благодаря стеклянной панели на дверце можно увидеть содержимое холодильной камеры, не открывая ее. А чтобы включить подсветку, достаточно просто постучать по панели. На небольшом сенсорном дисплее отображается температура в реальном времени для каждой камеры. С помощью мобильного приложения Smart SyncQ можно настраивать температуру для каждой из камер, чтобы обеспечить быструю заморозку или разморозку требуемых продуктов. Панель потока холодного воздуха, расположенная в верхней части устройства, позволяет на 32% быстрее охладить продукты, сохраняя их свежесть и полезные качества. Уровень шума холодильника составляет 40 дБ. Ну и на первом месте умный холодильник нового поколения от Samsung. Он имеет изящный дизайн и вместительные камеры с технологией сухой заморозки Full No Frost. Благодаря заморозке продуктов в морозильной камере при температуре минус 24 градуса по Цельсию продукты сохраняются намного дольше, сохраняя свои пищевые свойства до 1 года. Расположение дверей у холодильника French Door. Данная модель отличается тихой работой, уровень шума составляет всего 39 дБ. При внеплановом отключении электроэнергии холодильник способен сохранять температуру до 10 часов. Антибактериальное покрытие препятствует развитию микробов и бактерий, а также имеется льдогенератор, который на выходе дает кубики или измельченные кусочки льда. На внешней стороне корпуса расположен сенсорный экран диагональю 21,5 дюйма, позволяющий делать текстовые заметки, просматривать содержимое холодильника, используя 3 видеокамеры, а также экспортировать изображение с вашего смартфона. Функция просмотра содержимого камер будет полезна, например, если вы отправляетесь в магазин за продуктами и забыли, что вам необходимо докупить. Функция Food Reminder позволяет отметить на снимке с содержимым холодильника наименование и срок годности продуктов. Правда, продукты переставляются с места на место, так что спустя неделю вы запутаетесь в маркировке. С помощью голосовой поддержки Bixby можно узнать прогноз погоды или прочитать последние новости, используя функцию «Утренняя сводка». Ну а на этом все. Надеемся, это видео поможет вам в выборе нового холодильника для вашего дома. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и не забывайте ставить лайки. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!